Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга, и тема нашего расклада сегодня – мысли мужчины о вас сейчас. У нас, как всегда, три позиции на этот расклад. Первых три карты – что между вами сейчас? Что сейчас, на сегодняшний день? Информация, по которой вы можете понять, ваш ли это расклад. Что объединяет вас с этим человеком? Какие нити судьбы объединяют ваши жизни? Итак, мысли мужчины о вас сейчас. Что думает о вас мужчина? Что он о вас думает? Какая вы в его глазах, как видит этот человек ситуацию, отношения между вами, свои шансы? Эмоции и чувства мужчины. Когда видит, когда слышит ваш голос, когда находится рядом с вами или далеко, по утрам, по вечерам, о чем шепчет твое сердце? Какие мысли не выходят у него из головы? Самое главное. Самая стучащая мысль, которая не дает покоя. Что тревожит этого человека? Какая мысль является подсознательной и центральной? Какая мысль не дает ему покоя? Итак, мои дорогие, кому не хватает времени, ставьте, пожалуйста, на паузу, а мы начнем. Первый вариант, первых три карты. Что между вами сейчас, на сегодняшний день? Если вы слышите, что информация о вас, о вашей паре резонирует, вам интересно, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. Итак, что между вами? Ну, конечно же. Ситуация подвисла, ситуация недвижима на сегодняшний день. Очень может быть, что именно внешние факторы влияют на эти отношения. Здесь может быть действительно расстояние, расстояние между людьми. И сейчас ситуация такова, что где-то вы находитесь на середине реки, на середине моста, на середине своего пути. Как вам действовать? Но здесь есть какие-то затруднения. Здесь есть такой момент, что если остановиться, эта лодка расшатается, да, и нам придется добираться до берега. Раз, ну вот как каждый сам за себя, да, сам по себе. Возможно, сейчас есть такой момент, какой-то такой период размышлений, взвешиваний, да, какого-то в некой степени усталости от ожидания очень может быть. Потому что здесь идет момент, что некие факторы внешнего влияния, которые сдерживают очень сильно, приводит эти отношения в состояние повешенного. Будет ли что-либо дальше? Да, я вам скажу, что этот мужчина о вас очень много думает. Он для себя видит вас прекрасной женщиной. Но. И я вам хочу сказать, что у этого мужчины и есть возможность действовать. Но есть некий момент, что, возможно, в отношениях некая тупиковая ситуация. То есть, как из нее выйти, когда она разрешится, как это все произойдет. Вот непонятно. Очень может быть, что связь, переписка на расстоянии. И есть очень много вопросов, да, потому что здесь нужно вкладываться. Здесь нужно вкладываться определенно и именно мужчине, потому что шаги должны быть с его стороны. Потому что, да, вот это некая
возможность привести эти отношения в движение, она именно в его руках. Ну, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим, какой-то есть момент, знаете, такого зависшего состояния. Возможно, вы даже и не очень далеко друг от друга. Возможно, и такое может быть. Но отношения как-то в какой-то определенный момент застыли, да, и здесь идет момент, что как одни и те же слова, одни и те же строчки, да, одно и то же мы повторяем, но мы никуда не движемся. Здесь нет момента, что состояние каких-то вот, да, разрушили, закончились. Нет. Я даже не вижу здесь ссоры. Здесь просто, знаете, такое вот состояние некого тления. Дым идет, но вот чтобы такой огонь горел, его нет. Почему нет? Потому что очень может быть, что люди где-то вот, ну, не рядом, да, их отношения, они как-то подвисли, зависли, и вот как-то слабо, да, они вот сейчас, они как-то слабые. Очень может быть, что именно от мужчины нет движения. Ну, давайте посмотрим, что между вами сейчас. Вот какие-то планы, да, строим новые планы. Угу. Девочки, я вам скажу так, мужчина как-то пригорюнил. Как-то он недоволен вообще ситуацией, не своей жизни. Какая-то вот тяжелое вот такое у него состояние. Возможно, проблемы какие-то у него с работой, с финансами. Планы он какой-то строит, но что-то он пригорюнил. Знаете, что-то хорошее, что-то яркое из его жизни уходит. Очень может быть, что вот это и эта женщина, да, она как-то ждала этих отношений и вот каких-то шагов вот этого человека. И вот на сегодняшний день вы как-то уже начинаете смотреть дальше, да, строить какие-то иные планы. Возможно, вы желаете или как-то ускользаете, или охлаждаетесь, да, вот к этому человеку, потому что, ну, сколько можно ждать, да. Начинаю смотреть по сторонам, потому что мир большой, мир прекрасен, и очень много может предложить. Здесь очень похоже на ситуацию, что вот, например, люди в отношениях, ну, как-то эти отношения вроде ярко начинались, но как-то они затоптались на одном месте. Перспективы развития, ну, как-то вот все очень слабо, да. Вот мне прям идет, как дым идет, вот в угли есть, да. Этот огонь можно разжечь, ситуацию можно изменить, можно дров подбросить, да. Но, тем не менее, оно вот так, да, поднимается дымок. И вот это дымок, это вот общение. Очень может быть, что оно действительно вот такое, знаете, в воздухе. Оно вроде как и существует, но ухватить его невозможно. Некого материализма оно не обладает. Очень может быть, что люди общаются, но вот как-то какой-то конкретики вот не доходит. Вот так вот. И женщина, возможно, рассматривает другие варианты. Она начинает смотреть по сторонам. Она как-то желает продвижения активности, но... Вот я бы сказала, что эта женщина начинает рассматривать другие варианты. Она начинает смотреть, знаете, как-то ухаживание, да, принимать других мужчин. Возможно, как-то другие планы строит. Строит планы, в которых, возможно, нет этого человека. И это, знаете, его вина. Это его вина, потому что идет момент, что ключ у него в руках, что выйти из этой ситуации некого... некой зависимости этот человек может, но он почему-то вот этого не делает. Он не делает это сознательно. Он как-то все как-то в каком-то подвешенном состоянии, и ситуация как будто ему так удобно, как будто ему так хорошо. И на сегодняшний день он огорчен. Он как-то пригорюнил, знаете, потому что у него ощущение, что вы уходите из этих отношений. Так или иначе, вы теряете к нему интерес. Возможно, вы... Ну, я вижу, что у него есть любовный интерес в вашу сторону, что он как-то не желал бы вас потерять, что я я буду, я приеду, я, но в конечном итоге ничего не происходит. И здесь женщина уже, знаете, как-то для себя видит, что, ну, человек, который много говорит, но слова его как-то расходятся с действиями, нужен ли мне такой человек, и какие-то, знаете, взгляды, взгляд какой-то вот все-таки где-то вдаль, какие-то новые планы. Ну, давайте посмотрим еще ваше состояние сейчас. Я жду. Чего ты ждешь?
какой-то возможности от жизни, от судьбы на что? На счастье, на удачу. Что мы вот все пройдем в мою жизнь. Вот знаете, что я бы сказала, что здесь женщина ждет партнера своего мужчину, другого выбора, некого человека, с которым она смогла бы строить отношения дальше, да, с которым она могла бы построить настоящую любовь и взаимные отношения. Очень может быть, что здесь женщина, знаете, вот она еще смотрит расклады, вы еще находитесь в отношениях, еще вот эти какие-то слова все время повторяющиеся, они есть, они существуют, но как-то, ну, очень мало действий со стороны этого человека, и женщина желает от судьбы иного шанса, другого шанса, другой возможности, дабы пришел человек с какими-то, знаете, таким стабильным отношением, с некой прагматичностью, с некой, знаете, реальностью, наверное, да, возможно, вы желали бы отношений более реальных, близких, которые находятся, да, где-то рядом. Очень может быть, что женщина все же ждет, да, прихода человека своего для большой любви, потому что здесь почему-то вот перспективы, они размываются. Я вижу, что здесь и женщина уже какие-то строит планы, да, а мужчина, у него ощущение, что вы отдаляетесь, что вы уходите, но чувство у него есть, и он как бы не желал вас отпустить, да. Вы узнали свою ситуацию, смотрим дальше. Давайте посмотрим, что этот мужчина думает о вас сейчас. Что он о вас думает? Что он думает о вас сейчас? Вот смотрите, а вы опять королева Пентаклей. То есть он видит вас очень стабильную, очень, знаете, такую взвешенную, интересную женщину, которая владеет ситуацией, которая владеет своей жизнью, у которой прекрасная, интересная жизнь. А он блуждает, понимаете? Он блуждает, он как-то к вам добраться не может. Как-то он где-то останавливается, он все время тормозит, он не может найти правильного пути, он боится вас, знаете, упустить, он боится вас потерять. Но по сути он, знаете, думает, уперся в какую-то свою стену и считает, что вот дальше ему пути нет. Очень может быть, что, возможно, это какие-то и отношения, вот, возможно, вы поддерживаете какую-то связь, а, возможно, эта связь и прервалась между вами. Потому что идет вот такой момент, что этот человек как в воздухе, да, все он поднял в воздух. Все очень как-то иллюзорно, все как-то очень отдаленно. И идет момент, что мужчина не двигается, мужчина желает шансов, но почему-то вот идет мне такой момент, знаете, какой-то вот все же он как-то пригорюнил, понимаете, пригорюнил, где-то какие-то накатанные, что-то уже не действует, что-то уже не работает, возможно, какие-то сладкие слова, да, они уже не производят на вас нужного впечатления, он видит, что вы отдаляетесь. Отдаляетесь вы потому что нет действия этого человека, что где-то он уперся в свою стену, да, которую, возможно, сам и создал, потому что я вижу, что есть некий момент, что он может ситуацию изменить, да, приблизиться, как-то развивать ваши отношения дальше, но он как-то вот в эту стену уперся и громко, да, говорит, и как мне идет, как все время, как похожие слова повторяет, а они уже не работают, то есть нет некого физического вот такого, знаете, подтверждения этим словам, то есть приеду, не приезжает, или там люблю, не могу, да, но действий нет, или вот подожди, да, вы можете быть и в какой-то вот такой сложно завязанной ситуации, когда все вот как-то непросто. Но вот какого-то решения конкретно, каких-то действий от этого человека нет. Но вы как королева Пентакли, вы настроены, вы нацелены на отношения стабильные, на отношения серьезные. Эта ситуация, она вас уже расшатывает, она вас уже, знаете, как-то оно все прикисло, как-то оно уже все не
устраивает, оно уже все, да, словам уже не верю. Хочу поступков, поступков нет, начинаю отдаляться, начинаю смотреть в сторону. Я бы даже сказала, что здесь женщина уже не так много думает об этом мужчине. Она отдаляется, она как-то все же, да, желает иных шансов в своей жизни. Я бы сказала, что эта женщина не очень видит некие перспективы с этим человеком. Возможно, здесь даже может пройти некое разочарование. То есть ожидалось некий прорыв, ожидалась яркость, ожидалась эмоции, но оно почему-то где-то вот застыло в какой-то полумере, да, которая для вас не является допустимой, вот эта полумера. Ой, ну давайте посмотрим еще. Что ты думаешь об этой женщине? Что ты о ней думаешь? Ну, вы очень сильная женщина, вы знаете, вы очень активная, вы очень сильная. Этот мужчина о вас много думает, но вот он, знаете, какие-то мысли у него разные очень, они такие разношерстные, они не все, знаете, о чем-то хорошем и прекрасном, он как-то и огорчен чем-то, почему-то мне прям пригорюнил этот мужчина. Знаете, как все тузы из рукава уже выпали, и чем-то вас удивить, и чем-то вас привлечь, как-то у него иссяк некий ресурс у этого человека. То есть дальше двигаться, да, дальше двигаться, не хватает смелости, не хватает яркости. И вообще я вам скажу, что вот это какой-то человек, вот мне прям идет, жизнь у него пустая, вы его украшение его жизни. И он как-то вас и упустить боится, да, он хотел бы продолжения вот этой игры, но на движение дальше у него нет эмоционального никакого ресурса, понимаете? То есть все тузы выпали у него из рукава, все козыри он уже использовал, и все время одно и то же, да, он как вытягивает одно и то же, а вы когда смотрите, это уже было, да, это уже было, так уже... Так мне уже не нравится, так я уже не хочу. Некий такой какой-то момент, да, идет. Ну, давайте посмотрим еще, что ты думаешь об этой женщине. Угу. Ну что ж, девчонки, я вам хочу сказать, конечно, он желает каких-то шансов еще. Хочешь ли ты что-то предлагать? Я вам скажу, у меня идет момент такой, что вы, конечно, намного сильнее этого мужчины. Вы намного, знаете, ярче, вы намного ресурснее этого человека. И как-то поначалу, возможно, вы думали, что это, что мы можем создать пару, да, с ним. Но вот как-то вот... не было нужных шагов в нужный период, в нужное время. Как-то все подзастыло, как-то этот человек иссяк, да, исчерпал себя. Вы, знаете, в таком движении, вы очень талантливая. Вот как он вас видит, вы талантливая, яркая, вы интересная, вы загадочная женщина, вы очень интересны другим мужчинам. Вы знаете, он думает для себя, что да, конечно. Вот, ну, мне сразу так и шло, что вы редкость, то есть вы уникальность, вы женщина, которая вот просто, да, как-то вот ему повезло просто вообще начать с вами общение. Его так, знаете, так тешит его самолюбие, что вы с ним общаетесь. Потому что он видит вас вот такой и талантливой, и яркой, и интересной, и вообще, да, такой, да, для себя желанной очень женщиной. Очень стремительной. Вы знаете, что он думает о вас, что, возможно, вы двинулись дальше, что вы сжигаете тот мост, который вот как-то вас так или иначе объединял, какую-то связь, да? Вы теряете интерес, вы сжигаете эти мосты, так или иначе, вы еще где-то там притормозили где-то у этого моста, вы чего-то еще ждали от этого мужчины. И, возможно, он и видел, что он начинает тлеть, но вот каких-то действий этот человек почему-то не предпринял. И вот как-то это все, да, в какой-то момент женщина решила, что я двигаюсь дальше, да.
как я двигаюсь дальше. Очень, знаете, похоже на то, что вы ускользаете, что вы ищете другого варианта, иного, интереснее варианта для себя. Этот мужчина, он как-то остро ощущает вот это, эту ситуацию, что вы отдаляетесь от него. И я вам скажу, что да, эту ситуацию еще можно как-то вот восстановить, остановить, но мужчина энергетически иссяк. Он особо вам предложить ничего нового не может. То есть ничего конкретного, ничего, что могло бы как-то развить ваши отношения. Угу. Ну, я вам скажу так, определенный цикл закончился в ваших отношениях. Определенный цикл. И эта ситуация, она требовала трансформации. Понимаете, вот так, как было, оно уже так быть не может. Нужен рассвет. И ваши отношения закончили какой-то цикл. Я вам скажу, что этот мужчина почему-то сейчас сожалеет. Каких-то или что-то лишнее сказал, да, или чего-то не сделал. То есть некий момент сожаления здесь присутствует. Потому что мужчина все же кусает себя за хвост. Где-то он понимает свои ошибки, свои прогрехи. И понимает, что вы та женщина, которая очень насыщена, очень интересна. И я бы даже сказала, что у этого человека есть чувства к вам. Но он понимает, что у него есть конкуренция. И эту конкуренцию, эту некую угрозу он отбить не может. У него нет такого... такой силы. У него нет такой возможности, у него нет такой силы энергетически. Вообще, я вам скажу, что вы намного мощнее этого человека. У вас немного разные цели. Цели в этих отношениях. Этот мужчина желает легкости, флирта, каких-то заигрываний, яркости, понимаете, яркости. Женщина желает стабильности, женщина желает построения стабильной, нормальной, человеческой жизни с таким, знаете, женским счастьем. Разные у вас цели, да, вот. И сказать честно, здесь возможен перелом в этих отношениях, здесь возможно эту ситуацию изменить, но почему-то мне идет, что женщина как-то вот все же в этом человеке разочаровалась, да. И здесь идет такой момент, что женщине очень много нужно все время вкладывать. Этот мужчина, он как, понимаете, как эмоционально истощен. И в него все время нужно вкладывать очень много энергии. И я бы сказала так, что эта женщина эту энергию имеет, потому она и так сладка, и так привлекательна для этого человека. Но я не вижу такой заинтересованности в этой женщине, что она желает это делать. Все без меры вкладывать в этого мужчину. Я скажу, что да, здесь можно ситуацию изменить и ситуацию переломить, да, потому что оно все сейчас вот в таком каком-то переходном периоде находится. Но здесь очень много нужно, чтобы вкладывала женщина, жертвовала, да, вот она энергетически должна влить очень много энергии в этого человека, дабы он как-то, знаете, ожил, даже я бы так сказала. Чувство у этого человека определенно есть, да, вы очень нравитесь ему, вы его привлекаете, но здесь какой-то, вот его, с его стороны какой-то эгоистичный, знаете, то есть я хочу какого-то наслаждения, но особо вкладываться я не желаю в эти отношения. Вот если бы она вложилась, да, вот так максимально, я бы насладился результатом. Но вот самому вот как-то он вот жди, вот так. Ну, давайте посмотрим, какая вы в глазах этого человека. Какая вы в его глазах. Вы, конечно, очень желанная женщина. И, ну, я вижу, что вы, конечно, он желает с вами отношений, радости, счастья. Вот это все, да, вот этих отношений, огня, страсти в ваших отношениях он очень бы хотел. Вообще видит вас шикарной женщиной, очень сексуальной, очень привлекательной. Есть некий момент, возможно, этот человек подозревает, придумывает, накручивает, потому что есть некое ощущение, что вы отдаляетесь, что он вам уже не так интересен. И у него есть мысли, что, возможно, за вами кто-то ухаживает. Ну, давайте посмотрим еще.
Как он вас видит и видит вашу ситуацию. Вот смотрите, вроде, да, желал бы этот человек взять ситуацию в свои руки. Видит он вас своей, да, женщиной, прекрасной. Вот женщина, с которой он хотел бы отношений, хотел бы, он видит вас императрицей. Очень ресурсная женщина, действительно. Но я вам говорю, что этот человек не дотягивает. Он где-то, что-то ему еще, знаете, он еще... Такой ресурсной женщине нужен мужчина посильнее. Вот я вам честно скажу, потому что он как-то как рыцарь действует, а вы императрица. Он как рыцарь мыслит, он как-то полегке мыслит, а вы императрица. А вы, знаете, заслужили и готовы, и заслужили на серьезные отношения, только такие и, возможно, да, и желали бы свою жизнь. Ну вот как-то вот какой-то цикл вот заканчивается, да, и этот мужчина, он понимает, что он заставить дальше, да, вот так же находиться вот в таких же отношениях, он вас не, ну вот не может вас заставить. Ну и я вам хочу сказать, что ему, конечно, больно, ему, конечно, досадно, скажем так, он прям идет в раскладе огорченным, этот человек. Но он чувствует, что вы отдаляетесь, ему это не нравится, ему это, знаете, какая-то и ревность здесь проскакивает. Но здесь идет момент, что особо он вас заставить не может, но и не особо он и старается. То есть не особо этот человек и вкладывается в эти отношения. Да, вы прекрасны, да, вы хороши, но у вас разные цели, у вас разное видение этих отношений. Ему, да, раскрась мне мир. И все, да, и на этом все. А вы желаете стабильности, просто, все очень просто, да. Ну да, вот есть угроза разрушения. Как он видит, что это все может закончиться. Его это беспокоит, ему это не нравится. Но особо, да, вкладываться, дабы восстановить отношения, дабы развивать их, дабы идти к лучшему, здесь такого нет. Вот он подзастыл в какой-то ситуации, и так ему удобно, и так ему хорошо, и хотел бы он еще потянуть время, дабы еще, да, с вами повстречаться. Но как-то он видит, что вы ускользаете, вы как-то ищете иного, да, вы как-то где-то, возможно, просекли его игру, вы где-то просекли его какие-то намерения, его вот это какое-то энергетическое истощение, то есть дальше уже и нет ничего, ничего предложить он вам не может, может только эмоционировать, мотать нервы, знаете, устраивать качели или еще что-нибудь такое, дабы привлечь как-то ваше внимание. Вы знаете, здесь какой-то момент какого-то такого истерического желания вашего одобрения, но что вот какие-то истерики, да, вызывать вас на эмоции, вот какие-то качели устраивать, вот что-то вот такое, да, почему? Потому что он как желает удержать эмоции, желает удержать вас, желает удержать эти отношения. Но просто удержать, развивать нет, просто удержать. Ну, давайте посмотрим еще его эмоции по отношению к вам сейчас. Ну, вот вы ускользаете. Есть какой-то вот момент такой, да, эмоции. Эмоции, конечно, классные по отношению к вам. Вы прекрасная женщина, вы интересная, вы сексуальная, вы очень красивая внешне. Я вижу, что он, конечно, конкретно залипает на вашу внешность, на вашу фигуру. Вот эта легкость, она ему нравится, и в этой легкости он хотел бы купаться. Но эмоции его, да, что вы сильнее. Покажи нам еще эмоции этого мужчины. Да, я бы сказала здесь, что мужчина действительно, знаете, очарован вами. Очарован вами, считает вас очень красивой женщиной, очень ресурсной женщиной. И его эгоизм, он просто, знаете, тешится, как в масле катается от того, что такая женщина с ним в общении. Эмоции. Ну вот он недоволен как-то
той ситуации, которая сейчас. Он прекрасно понимает, что за вами наблюдают другие мужчины, и его страх в том, что в какой-то момент вы отвернетесь, понимаете, и своей прекрасной пятой точкой, и на этом будет все, и на этом будет конец, что вы где-то охлаждаетесь, что вы где-то уже отворачиваетесь от него спиной, что вы от него ускользаете. Это ему не нравится, это его расстраивает, это его, знаете, как-то вот будоражит, да, но ну вот как-то мне прям, знаете, вот удержать, но только так, как сейчас, развивать в лучшую сторону, как-то углубляться в эти отношения, ну почему-то вот нет, вот пусть было бы вот так, как сейчас, и все, и так хорошо. Ну давайте посмотрим, какая мысль не дает тебе покоя. Боже, какой-то сложный такой вариант девочки вышел. Какая мысль? Он скучает, он как-то переживает, он понимает, что если вы уйдете по восьмерке кубков, он будет один, он будет одинок. Вот это его мысль. Я останусь один. Вот какая-то печаль. Такая, знаете, печалька, даже я бы так сказала. Это печалька, потому что печаль — это когда человек еще старается что-то сделать. А печалька — это уже вот так, знаете, сидеть на кресле и сопли на кулак наматывать, то есть не действовать. И вот этот мужчина думает о том, что если вы уйдете из этих отношений, он будет одинок, ему будет плохо, понимаете? И он хотел бы, чтобы как-то оно все осталось, да, на таком моменте переписки, вот такой связи через письмо, чтобы еще какое-то общение осталось между вами, чтобы вот эта лента не прервалась, чтобы вы все-таки были с ним на связи. Но мужчина переживает о том, что вы можете уйти, что вы можете расстаться с ним. И он вот будет одинок, и он будет в печали. Возможно, даже сейчас, возможно, уже вот сейчас такое охлаждение, четкое ощущение этого человека, что вы уходите, что вы как-то отдаляетесь от него, что он вам уже не интересен, что вы уже меньше времени с ним в общении, что как-то вот оно все ускользает, высыпается по нему, у него сквозь пальцы. Но как-то сделать какие-то усилия, как-то, да, вот этого нет. Я вообще вам скажу, эмоциональное составление какое-то вот такое, знаете, тлеющие, то есть огня нет, оно тлеет, огонек вот дымится, знаете, его вот такое состояние устраивает, знаете, а вот чтобы разжечь огонь, чтобы ярко, чтобы жарко, чтобы тепло, чтобы уютно, здесь не хватает энергии, здесь не хватает силы. Вот я вам, девочки, скажу так, этот мужчина, он, конечно, хотел бы, чтобы все осталось так, как сейчас у вас в отношениях. Вижу, что он может что-то изменить, но как-то он не видит в себе энергии и силы. То есть он идет по рыцарю. Он слаб в своих решениях, он слаб в своих действиях. Вы идете женщиной-императрицей, вы идете женщиной-королевой пентаклей. То есть вам нужно что-то более конкретное. И этого конкретного его не поступает. Да, здесь можно что-то изменить, но здесь должна женщина влить очень много энергии в этого человека, вырастить, скажем так, этого мужчину, но изменить ситуацию очень даже возможно, потому что я вижу, что чувства к вам есть. Но здесь прям все должна делать женщина. Устраивает ли это? Как вы будете решать эту ситуацию? Это, конечно, ваше решение и знаете, ваше отношение. Но на сегодняшний день карты показали ситуацию так, что мужчина боится вас потерять. Без вас он одинок. Но особо действовать он не может, потому что предложить вам то, чего вы хотите, он просто, нет у него таких ресурсов, чтобы давать вам то, чего вы заслужили. Вот такой вот первый расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр. А мы будем двигаться дальше. Итак, второй расклад. Если вы слышите, что информация о вас в начале расклада, о вашей паре, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. Итак, ваше состояние сейчас.
на сегодняшний день с этим человеком. Сейчас человек, здесь пара, здесь очень стабильная, хорошая пара, у нее есть действительно ресурс на отношения. Здесь все очень хорошо. Человек сейчас может очень тосковать, может быть не рядом с вами. То есть мужчина или ищет к вам дорогу, или находится далеко, очень сильно тоскует, много думает о вас, особенно в вечернее время. Ему сейчас нелегко, тяжело человеку, не хватает очень вашей энергии, не хватает вас. Давайте посмотрим. Возможно, это супружеская пара. Возможно, смотрит женщина на своего мужчину, на своего стабильного партнера. Какой-то вот, может быть, человек в отдалении от вас, возможно, далеко, возможно, ну вот, для кого-то может пройти, что это некое расстояние. Человек в силу каких-то обстоятельств, он находится где-то в отдаленности от вас. Возможно, зарабатывает деньги где-то по контракту. Возможно, этот человек... Вы находитесь в каком-то, какой-то ссоре, да, с этим мужчиной, тоже может такое пройти, потому что не хватает вашей энергии, мужчина тоскует, но вы как в паре с этим человеком, может и ссора пройти, да, что люди вот как-то, ну давайте посмотрим, что между этими людьми сейчас, что между ними, нет, ссоры не вижу, все хорошо, и будущее прекрасное, и прям вышел старший аркан Солнца. Все здесь будет хорошо, все вы преодолеете. Какие-то невзгоды, да, которые вот сейчас. Но сейчас почему-то вот тяжеловатый период какой-то. Ну что между этими людьми? Какие-то деньги, ожидания каких-то финансов, каких-то денег. Возможно, именно материальный вопрос. И именно этот материальный вопрос, он у этого человека как-то, знаете... отдалил от дома. Очень может быть, что человек сейчас не рядом с вами в силу работы, потому что ожидание финансов, ожидание результата, ожидание какого-то ресурса, да, человек может быть в пути. Я даже могу сказать, что в пути прямо сейчас в движении может находиться, потому что и здесь человек в движении, и здесь. И как-то тяжело, да, возможно, и холодно, и как какая-то такая ситуация не очень комфортная для этого мужчин. Некомфортная он ситуации сейчас. Между этими людьми я вижу, что все даже очень хорошо, и большие перспективы, энергия здесь есть. То есть, возможно, здесь женщина смотрит на своего супруга, на своего стабильного партнера, на человека, с которым очень вот такие уже близкие, хорошие отношения, но сейчас как-то люди не рядышком. И я вам скажу, что этот мужчина вас очень много думает, и ему очень вас не хватает, но некие ожидания каких-то ресурсов или какие-то финансы, да, деньги, они вот здесь идет вот такой момент. Дело о деньгах. Вот в отношениях все хорошо, дело о деньгах. Или где-то зарабатывает, куда-то уехал, что-то материальное, да, какие-то материальные вопросы сейчас очень волнуют человека, беспокоит его, то есть он о деньгах очень много думает. Или уехал где-то, зарабатывая денежку, да, и в ожидании финансов, в ожидании и в каких-то мечтаниях о будущем, о росте, о прекрасном. Ну, такая, знаете, очень житейская ситуация, когда люди любящие, но в силу вот таких внешних факторов, они находятся на расстоянии сейчас. Ну, давайте посмотрим еще, что происходит. Мужчина любит эту женщину. Любит. Вы знаете, разные бывают ситуации, бывают моменты, когда... какие-то могут быть и сказанные слова, и какие-то поступки, и какая-то, да, вот такое, знаете, какие-то моменты могут быть между людьми, но то, что вы очень дороги этому человеку, этот мужчина любит вас, это да, это есть такой момент. Очень много думает об этой женщине, какие-то планы строит, и, знаете, какие-то вот эти мечты, мысли о вас, они его очень поддерживают сейчас, они для него... является вот таким, знаете, островком какого-то спокойствия. Мужчина все время находится в движении, в активном движении. Где-то, да, как-то это движение, возможно, замедляется. Прям я не вижу, чтобы он даже...
И письма, какая-то вот такая связь вот сейчас, какие-то звонки, возможно, короткие звонки, какие-то короткие сообщения здесь могут быть, и где-то между какой-то очень четкой информацией проходят какие-то моменты романтики, то есть вот какое-то нежное слово здесь все же звучит. Я вам скажу, что он очень ждет вот этих ваших мотыльков, вот этих ваших красивых слов, вас услышит. Но здесь идет момент, что люди на расстоянии, но здесь очень закрепленная крепкая пара, и все, что сейчас мужчина делает, это он делает для своей женщины, это он делает, скажем так, по причине материального. Не потому, что там у него какие-то бзики в голове, а потому, что так вынуждает ситуация, так нужно. Ну, давайте посмотрим, что этот мужчина думает о вас сейчас, что он о вас думает. Ой, девочки, очень хочет приехать, вообще видеть вас своей женщиной по судьбе, и да, сейчас вот показывает, что какое-то вот непростое время, нелегкое, какие-то переживания есть, но этот человек что-то планирует, он о чем-то мечтает, он что-то, знаете, как-то... Что-то общее, да, есть какая-то цель, например, человек уехал зарабатывать деньги, цель купить дом или сделать какие-то комфортные условия, или чем-то порадовать свою женщину, и он действительно стремится к этой женщине с любовью. Сейчас вот как-то вот непросто ему, но это некие обстоятельства, которые вот нужно пройти, но вообще он вас видит своей женщиной по судьбе, с которой, знаете, печаль не так страшна, а радость так прекрасна. Ну, давайте посмотрим еще. Давайте посмотрим еще, что этот мужчина думает о вас сейчас. Что он о вас думает? Вот, да, я вот... Во-первых, девочки, конечно, он любит. Этот мужчина любит искренне, чисто. И отбросьте какие-то ревностные мысли, потому что я вижу, что в его мыслях только вы, только о вас какая-то, знаете, романтика между вами, вот этот огонек, эта нежность, эта энергия, которая вот между вами она, да, даже если вы очень далеко друг от друга сейчас, но вот эта энергия, вот она есть, и есть вот это ощущение, да, что он думает обо мне, или он чувствует, да, что вы думаете о нем. Мужчина сейчас в каком-то сражении с вот этой какой-то острой ситуацией, которая есть, но этот человек желает добиться успеха и радовать вас, да, дабы наполнить ваш кубок радостью. Мужчина желает вас радовать, мужчина желает вас любить. И думает о вас, как о своей прекрасной женщине, ради которой я вот на многое способен. Очень красивые чувства этого человека. Давайте посмотрим еще, что думает о вас. Что вы его любимая женщина. Что он желает встречать восходы, провожать закаты рядом с вами. Что ему с вами очень хорошо. Что он вас любит. Что вы его любимая женщина. Что вы его прекрасная женщина. Давайте посмотрим еще, как он видит ситуацию сейчас между вами. Опять влюбленный. Вот видите как? Мужчина, человек, если человек любит, если человек вот... Ну вот так и все карты будут об этом говорить. Чтобы было 10 колод. Если такая энергия идет, ее, знаете, не... Иначе не прочтешь. Человек любит, но есть некий момент, который, возможно, сейчас вас разъединяет, да? Есть некий момент. Ой, очень желает счастья. Так, знаете, такое желание вот это все пройти, вот эту какую-то суматоху, вот эту какую-то суету. И хочется ему какого-то, знаете, такого очень, какого-то спокойствия, знаете, какого-то приятного времени. Ну, мне прям, знаете, как высокая трава, и вместе с вами в этой траве просто где-то прогуляться, возможно. Вот сочная зелень, почему-то, да, вот запах чистоты какой-то. И вот рядом с вами вот какого-то очень такого натурального счастья почему-то вот мне так идет. Или какое-то желание где-то с вами просто гулять, да, где-то с вами просто ходить, мечтать о чем-то, что-то планировать, что-то, да, строить какие-то планы на будущее,
что-то даже где-то копить, да, вместе, рядом, да, вот на что-то общее, как-то строить какой-то общий план, вот строить что-то общее. И почему-то мне как идти где-то с этой женщиной, высокая трава, сочная, идти вместе с ней где-то погулять с этой женщиной, просто держать ее за руку. Очень может быть, что этот человек что-то видит, да, сейчас, что-то такое красивое, ему так бы хотелось, чтобы вы рядышком были вот в этот момент, да, чтобы как-то оглянуться и поделиться с вами вот этой какой-то радостью. Я вам скажу, что этот человек думает, что все и все пройдет, да, все, как, что-то плохое, оно отойдет, а хорошее, оно останется. Что этот человек думает, он очень хочет вас в свои объятия. Даже, я бы сказала так, знаете, обнимать и не выпускать эту женщину как-то, да, устать, уснуть от объятий. Вот, знаете, это как-то такое вот ощущение, так соскучился очень человек, и просто желаю ее обнимать до тех пор, вот как-то, чтобы она даже, ну вот как на коленях у меня была, хочу держать ее за руку, хочу ее обнимать, до тех пор, пока я не устану до такой степени, чтобы я уснул вот в этих объятиях. Хочу устать от любви, хочу устать... Ну, вот, знаете, физически устать от любви. Так, знаете, физически, чтобы я прям... Вы знаете, такая тоска прям... Ну, это не тоска, это такое, знаете, как желание. Желание, чтобы обнимать ее до тех пор, пока я не усну. И проснувшись, обнимать ее опять. Вот как-то так. Но я вам скажу, что этот мужчина вас очень любит. Очень любит и... Такие прекрасные у него чувства. И, вы знаете, я даже не вижу, знаете, чтобы этот человек как-то... Он не строит свою жизнь, он не думает о ней без вас. То есть в любых своих каких-то планах, мечтаниях, мыслях на завтрашний день там обязательно вы. Обязательно есть некий момент, где вы присущи. То есть он видит вас своей истинной парой, своей... женщиной, да, с которой он действительно желает будущего, и это будущее у вас будет, оно будет ярким, оно будет красивым, оно будет счастливым, это будущее. Давайте посмотрим дальше эмоции этого мужчины по отношению к вам. Она моя королева, она мое солнце, и я хочу быть ее императором. Знаете, сейчас очень такие обжигающие желания, возможно, вы давно не виделись, мужчина вот в таком, даже, я бы сказала, в физическом плане очень соскучился. Не именно об интимных отношениях, а просто вот так, знаете, прикасаться. Прикасаться к вам. Хочется ему очень вас тискать, да, вот как ребенок любимую игрушку, да, он не отпускает, он с ней засыпает, он... И вот у него вот такое, знаете, желание тискать вас и везде быть рядом с вами. Есть немножечко, знаете, такой момент некого обжигающего состояния, такой обжигающего состояния желания, что его эмоции, вы знаете, они такие яркие по отношению к вам. Вот что бы сейчас ни происходило в его жизни, вот эмоции, которые относятся к вам, они просто горят огнем. Они очень яркие. Они очень, знаете, такие... Да, вы страстная, вы прекрасная, вы его женщина, вы его партнерша, это четкое ощущение, я хочу быть тем человеком, быть рядом, быть радовать, брать на себя в какой-то момент ответственность, да, баловать эту женщину, дабы она была королевой, да, вот рядом со мной, дабы она себя чувствовала королевой. И вот это солнце, оно говорит о том, что вы... очень важное, очень яркое, и действительно человек счастья желает. Он связывает с вами свое будущее, свои будущие, да, эмоции, сегодняшние эмоции, которые есть сейчас в нем, и свои будущие прекрасные эмоции этот человек связывает только с вами. Здесь я могу сказать, что этот человек верный, что этот человек любит очень эту женщину, что он к ней стремится и желает привносить в ее жизнь радость и приносить в ее жизнь счастье. И желает с этой женщиной прекрасного будущего.
И какие-то эти моменты он знает, что это все, оно пройдет, а вот любовь к вам, она не изменится, она может только, знаете, увеличиться. Вы можете стать только более важной женщиной для него, но никак иначе. То есть этот мужчина действительно в очень таких серьезных намерениях, серьезных таких эмоциях, серьезных чувствах к этой женщине. Давайте посмотрим дальше. Какая мысль не выходит у тебя из головы? Вот все же я вам скажу момент неких финансов. Момент финансов, некая ситуация его сейчас огорчает. Что-то, да, есть некий момент, который заставляет его оставаться в состоянии повешенного. То есть он не может сорваться и приехать к своей женщине. Есть некие обстоятельства. Очень может быть, что это связано именно с финансами. Но этот человек, он настроен активно эту ситуацию менять, активно эту ситуацию решать и действовать. Он находится в активном каком-то вот сейчас таком энергетическом состоянии. Очень настроен, знаете, энергично, очень настроен активно. Нет здесь каких-то, знаете, такое проявление каких-то слабостей, какого-то страха, нет такого в нем. Он очень уверен в себе, уверен в своей какой-то некой победе, в некоем своем, знаете, в том, что он достигнет своей цели. Вот так вот. Вот он прям уверен в себе, он очень настроен, он очень, знаете, как-то энергетически силен сейчас. И есть некий момент, что да, он очень много думает о вас, очень много. Но есть вот эта уверенность, да, что я вот как-то эти финансовые какие-то вопросы решу, вот это ожидание денег, да, эти деньги придут, и я свою женщину порадую, я многое, да, в своей жизни изменю, я что-то сделаю, улучшу, да, и смогу, знаете, как стабильность некую дать своей женщине. Я вам скажу, очень такая мужская позиция. Какая мысль не выходит у него из головы, это решение какой-то ситуации, которая есть на сегодняшний день. Но я вижу, что и некая активность, и некая сила, энергия в нем присутствует, уверенность в себе, то есть он уверен в неком положительном исходе ситуации, положительном результате. Но да, мыслей о вас очень много, но это больше как мечтание, это больше как, знаете, скучание, это больше как радость от твоих, от того, что ты говоришь со мной, да, предвкушение встречи, предвкушение какой-то романтики, радости вашей, да. Я вам скажу, что этот человек, он уверен в том, что вы рады будете его встретить, что вы рады будете открыть ему дверь, что вы его ждете, что вы его любите. И здесь, знаете, каких-то места каким-то ревностям я не вижу, да. Есть некая ситуация, которая решается сейчас. Этот человек, он видит, как ее решить, и он эту ситуацию решит. И на вашем пороге он появится с каким-то очень приятным, хорошим сюрпризом. Да, он как-то мужчина желает вас порадовать, желает вас удивить, желает порадовать свою женщину. Желает видеть в ваших глазах радость. Всегда, всегда. Вот такой прекрасный второй вариант. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Я буду очень рада. А мы будем идти дальше. Итак, третий расклад. Если вы слышите, что информация о вас, смотрим, нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. Так, у нас здесь вот какая ситуация. Мы находимся в ограниченных, возможно, отношениях. Какая-то вот две женщины здесь. Очень может быть, что с одной женщиной связывает документы, с другой женщиной связывает любовь, любовные отношения. Мужчина находится в ограничениях, вот ситуация очень-очень непростая, очень она как-то, знаете, мужчина пока что не видит выхода из нее. Знаете, с одной стороны что-то его сильно удерживает, с другой стороны это, возможно, какие-то документы, недвижимость, материальные какие-то дела. С другой стороны, это любовь, это чувство, которое дается свыше, с которым очень тяжело бороться, с которое, знаете, не дает покоя и вообще. Ну, давайте посмотрим между вами, какие отношения с этим мужчиной. Кто вы для него?
Ну что ж, девочки, я вижу, что этот мужчина вас любит. Он о вас очень много думает, фантазирует, мечтает. Но так или иначе, он как-то запутался. Он в лабиринте. Он не знает, как ему выйти из данной ситуации. Что для него важнее, что не для него главнее. В данной ситуации этот мужчина поступает плохо, подло, некрасиво по отношению к другой одной женщине и по отношению к другой женщине. Здесь идет момент треугольника, треугольника очень яркого, треугольника очень, знаете, такого, мужчина, знаете, он как-то не решает ничего, он сейчас ничего не решает, он сейчас поступает очень нехорошо, он обманывает и одну женщину, и другую. Почему обманывает? Одной он дает какие-то надежды, и одной и другой, понимаете, он дает надежды. Я не вижу, чтобы этот мужчина от вас скрывал, что у него есть другая. Здесь больше идет момент, вот, что вот вы именно любимая женщина, этот мужчина вас любит, у него к вам чувства, да, и есть некий момент мечтаний каких-то, и все непросто, и каких-то иллюзиях этот мужчина витает, и, возможно, даже где-то и сказки какие-то рассказывает тоже. Здесь тоже такое может быть. Ну, хорошо, мужчина запутался, мужчина в лабиринте, но он сам себя запутывает. Его не запутывает ни одна женщина, ни другая. Этот мужчина сам себя запутывает, он сам себе, знаете, строит вот эти стены с одной, с другой стороны. Он что-то где-то кому-то недосказывает, что-то кому-то придумывает. То есть он уже, знаете, обложил свою жизнь до такой степени, что он уже дальше не знает, куда ему идти и как ему двигаться дальше. И сложный у него выбор. И здесь я хочу посмотреть, что у него с женщиной, которая связывает его документами. Что у него с женой? Там, конечно, вы знаете, что я скажу. Что у него с женой? Ну, там император, у него там все стабильно, у него там деньги, у него там полный дом, да, полная чаша. Но там его что-то не устраивает. Его не устраивает, возможно, именно отношения любовного плана с супругой, с женой. То есть что-то уже надоело, присытилось, хочется, да, желание где-то за горизонт, желание каким-то яркостью разукрасить свою жизнь. И вроде, да, вот все у него есть. И дом, и все хорошо. И сказать, чтоб... Так, ну что ж, будем смотреть больше. Давайте посмотрим. Я хочу посмотреть на эту женщину, на его супругу. Раз у нас уже вышла такая ситуация, давайте будем смотреть. Потому что вижу, что особо вот к этой женщине претензии какие могут быть. Там я вижу все даже очень в порядке. Там, возможно, очень хорошее материальное состояние. Там женщина поддерживает и создает вот эту какую-то уверенность. Да? Он там император, он там всем он как-то руководит и, в принципе, очень устойчиво себя чувствует. Вообще, я могу сказать, что, возможно, у этого человека очень даже хорошо с деньгами. Ну, давайте посмотрим. Жена его, да, вот в этой ситуации. Есть ли у нее какие-то ощущения, вообще ее состояние жены? Состояние жены и в отношениях с женой. Ну, это мой мужчина. Это мой мужчина. Да, мы идем вперед с ним. Ну, есть какая-то конфликтная ситуация между этими людьми. Но вот как-то некая ситуация, что мы... Между ними есть некий конфликт, да. Но эта женщина воспринимает, что это мой мужчина, мой император, да. Мы идем с ним дальше. И есть какой-то конфликт между ними. Идет момент, что, возможно, действительно чувства угасли. Чувства, они как-то присытились, они как-то...
знаете, какими-то обычными, как само собой полагается, то есть некой ценности чувств нет. Но эта женщина, вот между людьми и есть конфликт в отношениях. У них там не все хорошо в отношениях, но я могу сказать, что эта женщина, она этого мужчину любит. Она его любит, и она ждет, когда вот этот какой-то период, да, он закончится, когда они смогут двигнуться дальше, потому что сейчас вот некое состояние ну, знаете, такое желание удержать некий баланс, желание найти точки прикосновения, соприкосновения, некий баланс, желание найти баланс. То есть я вам хочу сказать, что в этой паре там действительно в отношениях не все гладко. Да, там в материальном плане все даже очень хорошо, жизнь настроена, жизнь удалась, все классно, да, но именно в эмоциональном, в энергетическом неком плане любовном там есть надкол, там есть некая ситуация, когда она чувствует, что под ней вот рушится ее мир. Есть некий конфликт между этими людьми. Эта женщина, она всячески желает найти некие вот точки соприкосновения с этим человеком, потому что есть чувства, их очень многое, что объединяет. И она ждет, когда вот этот шторм уляжется, да, да, и что мы вот все, и все у нас будет хорошо. Она ждет, когда уляжется шторм. То есть между ними или какой-то конфликт произошел, или вот этот надкол, когда она чувствует, что вот чувства уходят, да, из отношений. Есть какая-то конфликт за конфликтом. Там может уже быть такой, да, что вот из каких-то мелочей какой-то скандал возникает. Некий момент конфликтности в отношениях этих людей, он есть. И эта женщина как-то осторожно вступает, она старается как-то вот все-таки этого человека удержать. Почему? Потому что материальная заинтересованность здесь, конечно, существует. Ну и я вам хочу сказать, что эта женщина, она видит, что этот мужчина, он может сделать женщину, любую женщину счастливой. Он интересен, я бы даже сказала, что этот человек очень даже, знаете, реализован, потому что он выходит очень сильными картами. Ох, но вот сейчас очень даже может быть, что вот как иссякает, не хватает, да, пошел какой-то надлом, пошла вот какая-то энергетический отток от этой женщины, она чувствует, что любовь этого мужчины, она уходит от нее, она вот как-то держится за это все, потому что очень много материального связывает этих людей, возможно, некое материальное положение их, знаете, оно ее, она понимает, что да, если этот человек выберет не ее, она как-то обнищает, она не будет иметь того комфорта, который у нее есть на сегодняшний день. Ну вот я вижу, что, конечно, надкол в отношениях есть некий момент недовольства. Вот вроде бы, да, и женщина хороша собой, и старается она это все держать. Но вот как-то вот мужчина недоволен своей жизнью, да, вот с этой женщиной, недоволен. Вроде много каких-то материальных моментов скрепляет эту пару, но как-то вот чувства, они уже не приносят того удовольствия, не приносят того насыщения, которого хотелось бы. Ну, давайте будем смотреть дальше. Давайте посмотрим. А по отношению к вам, да? Давайте посмотрим. Этот мужчина. Посмотрим на той же колоде. По отношению к вам. Я вижу, что этот мужчина любит вас. У него есть к вам чувства очень яркие. Это все полыхает, это все, знаете, его будоражит, это все украшает его жизнь, но он как-то вот запутался, просто запутался конкретно. Что же ему делать, что для него главнее, что ему выбрать, как ему поступить, потому что сейчас он и сам себя так чувствует, да, не очень приятно, не очень хорошо. И есть некие обстоятельства, которые его очень связывают, которые его ограничивают, да, по отношению, вот если, потому что у нас здесь вышло конкретно треугольник, и вот эти обстоятельства, что, возможно, очень может быть, что мужчина не свободен, они его сдерживают, чтобы он вот так прям ярко к вам проявлялся. Здесь может, конечно, пройти момент, что вы как-то и отшили этого мужчину, что вы являетесь просто его мечтой, звездой, но может пройти, что вы в отношениях с этим человеком, потому что
Я вижу, что и любимой женщиной вы для него вышли, и что между вами здесь выходит любовь, конечно. Но давайте посмотрим, что он к вам чувствует вот сейчас. Он не может так проявляться, как ему бы хотелось. Он находится в такой борьбе с собой. Он находится просто в борьбе с собой. Он ждет, он выжидает какого-то момента, да, по отношению к этой женщине. Покажи. Я вам скажу, что этот мужчина как-то связывает свое будущее с вами. Он, знаете, думает о том, что рядом с вами он был бы счастливый, он был бы, знаете, успешнее, возможно, даже, да, что вы именно та женщина, которая ему нужна, и ему очень так, он жадничает каким-то общением с вами, даже если это общение минимальное. Он не желает вас отпустить, и с одной стороны, с другой стороны, он не желает отпустить что-то материальное в своей жизни, то есть что-то стабильное, то, что, в принципе, да, оно имеет силу, оно имеет под собой фундамент. А вы вот такой, знаете, свет, вы такая мечта для этого человека. Я вам скажу, что, конечно, что между вами, он желает с вами будущего, он видит вас, женщину, для своего будущего, и где-то он борется сам с собой, где-то он сопротивляется сам себе, находится в таком конфликте. Я вам скажу, что для кого-то может пройти, что ваши отношения как-то вот не движутся, для кого-то может пройти, что он просто в вас влюблен. И какой-то, да, по причине, да, что здесь чувства угасли, а к вам чувства разгораются. И идет момент, что прям таких активных каких-то действий, шагов в вашу сторону, да, вот прям на развитие, на стабилизацию этих отношений, их пока что нет. Но этот человек, я бы даже так сказала, в некой степени подсознательно, он ждет некого момента, какого-то, что некое решение, оно придет, и он как-то с легкостью сможет сделать вот этот шаг, потому что видит он вас, свою женщину, для будущего. Ну вот так вот. Ну давайте будем смотреть дальше. Пока что я вижу, что шагов от человека нет, но это некое подсознательное, очень такое желание, да, вот все-таки быть с вами. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что он думает о вас сейчас, что вы королева кубков. Вот видите, вы эта женщина, которую он любит. Вы та женщина, которую он любит. Просто, знаете, ну вот, кто бы спорил, да, опять две женщины. И он думает, что он думает о вас, что вы королева кубков. Но есть сопротивление, есть некий момент, который сейчас является преградой для того, чтобы он к вам проявлялся. И что является этой преградой? Другая женщина. Конечно же, женщина другая. Которая как-то, да, вот смотрит, которая догадывается, которая, возможно, что-то подозревает. Но у меня прям такой момент, что он не очень-то и хочет скрывать свои чувства к вам. Он как-то уже устал. Он в какой-то такой ситуации находится, которая ему не свойственна, которая ему неприятна. Он, как знаете, вот в этих ограничениях, как выйти из них, он не знает. И он может быть сейчас очень раздраженным, особенно в общении вот со своей женой. Там могут быть очень сильные конфликты, которые вспыхивают по любому поводу, то есть... А почему? А потому что там чувства угасли, а человек желает счастья, человек желает солнца в свою жизнь. Ну что ж, давайте посмотрим еще, что думает о вас мужчина сейчас. Что он о вас думает? Он хочет с вами начал, вот видите, хочет с вами отношения этот человек. Возможно, вы и в неких отношениях сейчас находитесь, да, но они... не такие, да, это они как-то не развиваются сейчас так, как надо. Ну вот если в треугольнике действительно ограничения, действительно человек не свободен, они неправильно развиваются, эти отношения, он желает вот какой-то открытости, да, вот прям так смело шагнуть в мир, открыть все миру, да, дабы вот взошло солнце, все, чтобы было открыто, все, чтобы было прозрачно, чтобы как-то чтобы все было видно, вот так вот, да, чтобы не скрывать чего-то, чтобы все было видно.
Желает с вами отношений, желает длительной прекрасной истории с вами, видит вас своим солнцем, своим женщиной для будущего. Своей любимой женщиной видит вас этот мужчина. Ну, давайте посмотрим еще. Что ты думаешь о ней? Ну, вот она королева кубков, я король кубков. Хочу с ней нового начала. Ну, о чем здесь еще говорить? Да, вы сейчас верховная жрица. Вы сейчас тайная женщина для него. А он желает вывести, да, вот все в свет, осиять, чтобы вас видно было, да. Он желает с вами прям такую чистую пару создать. Это его, прям, знаете, это его подсознание, вот некий материализм, некий здравый смысл, некая логика, она его останавливает. Она его останавливает, что вот подумай, возможно, это некий мираж, возможно, это вот такая влюбленность, это все пройдет, это все развеется. А вот здесь все стабильно, а вот здесь, смотри, все ровно, а вот что тебе еще надо, да, вот у тебя же все хорошо, и женщина, это она тоже любит этого мужчину. Но я вижу, что этот человек, он очень харизматичный, он может действительно и деньги заработать, и как-то и приумножить, и может сделать женщину счастливой. Потому его женщины и любят. Потому что он умеет, знаете, сделать женщину счастливой. Но в вашем случае вы тайная женщина. Здесь идет расклад о тайной женщине. И здесь идет вот такой момент. Я хочу как это подсознательно. Я хочу, чтобы это все открылось. Я хочу, чтобы было видно. Я хочу с этой женщиной вот таких, знаете, как отношений нового начала вообще в своей жизни. Вы очень интересная. Вы очень яркая. Вы явно засели ему глубоко в сознание. Вы ему нужны сейчас, вы вот такой свет, да, вы такое желание, как глоток свежего воздуха для этого мужчины. Давайте посмотрим еще, что думает о вас этот мужчина, что вы ему по судьбе, что вместе с вами, вот, что, ну вот здесь нужна трансформация, здесь нужно все менять, и менять это делать нужно быстро, и делать это активно, потому что другие мужчины, она в любой момент, да, может... Вы понимаете, какая здесь ситуация получается? Что здесь идет момент, что он боится, что вас просто, знаете, нужно, как он, как... Я был бы с ней счастлив, мне с ней было бы очень хорошо, да? И нужно быстро что-то менять, потому что ситуация сама по себе быстро изменится. То есть, если я не ухвачу эту ситуацию сейчас, то эта ситуация быстро изменится, потому что эта женщина, она прекрасна. Есть другие мужчины, которые вот смотрят на нее, да? У меня есть конкуренты, однозначно. И претендовать, даже если вы в неких отношениях с этим человеком, я не могу ей что-то запрещать, да, у меня как нет возможности ее как удержать, да. А другие мужчины, они, знаете, как ходят, как волки, да, они как хотят забрать мое, они как конкуренцию составляют мне, да, ой-ой-ой, такая угроза, знаете, от других мужчин, такая угроза, что я могу ее потерять, потерять вот ту женщину, с которой я действительно мог бы быть счастлив, вообще моя жизнь заиграет новыми красками, а я вот просто, да, вот могу это все прошляпить. А я в нее влюблен. Это четкое ощущение угрозы, да, со стороны других мужчин. Я вам скажу так, этот мужчина, вы, конечно, можете быть в отношениях с этим, в четком треугольнике можете состоять. Может быть такое, что этот мужчина занят, и вы видите, что вы ему очень нравитесь. Но здесь идет такой момент, что этот мужчина, он как желает сделать этот шаг, но где-то он останавливается все же. Материальные вот эти вся, вот эта ситуация неких ограничений, она его, конечно, останавливает. Возможно, вы его уже отшили. Этот мужчина понимает, что если он в быстрейшем времени не решит свой вопрос с другой женщиной, да, он вас потеряет навсегда, потому что есть такая угроза. Есть угроза от других мужчин, есть вы нравитесь мужчинам. И я бы даже сказала, что есть человек, мужчина, который тоже в вас влюблен, другой мужчина.
И он понимает, он знает, что вы можете в себя влюбить, да, что вы нравитесь, что вас влюбляется, что вы прекрасная женщина, что таких, как вы, очень мало, что таких, как вы, да. Ну, если уже тебе так повезло, нужно хватать. У него какое-то прямо сейчас обостренное состояние. Возможно, этот человек вас или не видел несколько дней, или вот какая-то между вами какой-то разговор произошел, или он где-то заприметил, да, что за вами кто-то наблюдает, и он как-то остро воспринял эту очень ситуацию. Прям знаете, что есть угроза, есть конкуренция, я теряю. А моя жизнь так насыщена, да, вот когда она есть, эта женщина, когда есть моя жизнь так полна, так яркая такая, она такая насыщенная. Ну вот так вот, ну что ж, давайте посмотрим дальше. Как он видит ситуацию между вами сейчас? Как он видит ситуацию между вами? Очень много думает о вас, очень много. Очень много. Он боится остаться позади. Он боится, знаете, что где-то вы оставите его у себя за спиной и будете смотреть дальше, будете смотреть на перспективу, будете смотреть на других мужчин. Этот мужчина вас очень ревнует. В нем много мыслей, да, желаний таких сладострастных по отношению к вам. Таких мыслей, чтобы была только моей. И он боится, что где-то он может опоздать со своими поступками, со своими решениями, и останется он позади, что вы двинетесь дальше со своим мечом, да, стремительно вперед, а его отсечете, он останется где-то у вас за спиной, и его будет удел только наблюдать за вами, и вы как-то отрежете свою энергетику, свое тепло, вот в свое общение. Давайте посмотрим еще. Вы королева чаш, конечно же, опять, да, любимая моя. Выходите вы здесь конкретно королевой чаши везде и в каждой колоде, что самое интересное. Угу. Я хочу так счастья, хочу с тобой. Хочу, чтобы мне так подвернулась удача, а ты, вот все зависит от тебя, где окажусь, где буду. Смогу ли я вот знаете, как-то вырулить ситуацию и быть с тобой в отношениях. Хорошо. Готов ли этот человек сейчас на конкретные поступки и решения в своей жизни? Он желает шанса такого, такой возможности. То есть я вам скажу, что он желает какого-то подтверждения. Готов ли он на поступки? Да, готов. Вы знаете, он готов на поступки, он готов на какие-то решения. Все же я вам бы сказала, что этот человек выбирает чувства, что этот человек выбирает любовь. И да, есть некий узел, из которого еще нужно вырваться, из которого нужно выбраться, но вот именно чувство он не желает как-то отбросить. Он не желает отбросить вот эти желания, мечты о вас. Он желает стать вашим императором, он желает быть с вами в отношениях. Но ему как-то ваш шанс, да, чтобы вы дали ему шанс, такую возможность. Чтобы вы ему дали такую возможность. Я вам скажу так, что этот мужчина, возможно, сейчас находится в неком конфликте с самим собой. Как ему быть, да? Он здесь у нас так и выходит в неком лабиринте. Он сейчас не знает, как ему поступить, как ему быть. И находится он в конфликте, в такой ревности по отношению к вам. И именно эта ревность, она провоцирует его на реальные какие-то действия, потому что он как-то боится упустить некие возможности, шансы с вами. Но я вам хочу сказать, что готов ли этот человек что-то менять? Готов. Готов, потому что он желает с вами любви, желает с вами отношений, желает с вами всего. Сейчас он находится в таком состоянии, что действительно вы имеете на него влияние, вы имеете на него, знаете, такое, вот как вы захотите, в принципе, да, вот какое яблочко вы дадите, так оно и будет. То есть я вам скажу, что да, здесь женщина может быть единственной для этого мужчины. Действительно, быть для него единственной. У него есть такое желание, чтобы вы действительно стали вот этой единственной для него. И сейчас ситуация сложноватая. Я вижу, что ну, очень все непросто в этих отношениях.
Но этот мужчина как-то, он еще колеб, он не то, что он сомневается в своих чувствах к вам, нет. Он колеблется в том, как, да, каким образом, да, вот ему вот все это решить. Но в своих чувствах к вам этот человек не сомневается. Ну, давайте посмотрим еще его эмоции и чувства по отношению к вам. Его эмоции и чувства. А вы знаете, такие эмоции, что вот вроде много женщин, почему именно она? Почему именно сейчас? Почему никто мне не нужен, кроме нее? Почему я хочу выбросить ее из головы? И, возможно, где-то, и даже агрессирую на эту женщину. И, возможно, где-то хочу даже ее в какие-то моменты, чтобы оттолкнуть, да? Потому что оттолкнуть, потому что она мне очень нужна. И вот я даже не могу, это, знаете, как-то, эта женщина мне очень нужна, но она кардинально меняет мою жизнь. Я понимаю, что если я начинаю с ней отношения, она кардинально меняет мою жизнь. Это тяжело. И я какая-то, знаете, такое немного агрессивное состояние. Почему? Почему мне не нужна другая, да, более доступная, более легкая, которая согласится вот в этом треугольнике быть, жить, существовать годами, да? Почему я должен вот Почему я вот хочу, вот не могу отказаться от нее? Вот почему я не могу от нее отказаться? Его эмоции. Очень сильное притяжение. Очень сильное притяжение. И вот смотрите опять, да, вот сколько бы их ни было. И, возможно, были женщины и до вас. Но вот таких чувств у него не было. Когда мне не нужна другая, да? Я, возможно, и хотел бы думать о других. И я вам скажу, что вот эта женщина, эта супруга, она думает о том, лучше бы у него было пять, знаете, таких легких интрижек, да, как там где-то загулял и успокоился, чем вы одна, потому что это чувство, это серьезно, это им будет иметь последствия. То есть это не легкие отношения. Это не легкие отношения. Этот мужчина понимает, что других ему не надо. Что это не по легкости. Что это очень сильное притяжение. Это желание обладать именно этой женщиной. Быть именно с ней. И такое рвение, понимаете? Рвение по отношению к вам. Ну давайте посмотрим еще. Его эмоции по отношению к вам. Он желает исполнять ваши капризы и желает шанса на отношения именно с вами. Это женщина, которая сохраняет вот этот момент. Каждое прикосновение, оно какое-то волшебное. Оно наполнено чувствами, оно наполнено эмоциями. И вы знаете, с одной женщиной можно провести ночь, и не будет тех эмоций, как к вам мимо проходя, он прикоснулся к вашему пальчику. Понимаете? И вот такой эмоциональный всплеск у человека. То есть очень большая разница. Потому эта женщина, она опасается вас. Потому что, да, если бы это было что-то легкое, она даже бы, возможно, и не заметила. Но здесь конкретно идет момент, что она чувствует, что его любовь уходит, что она утекает из этих отношений. Ну, он хочет с вами серьезных отношений, девочки. Даже не простых отношений. Я хочу этой женщиной обладать, я хочу ее слышать, я хочу быть с ней рядом. Я хочу эту женщину. Да, сейчас это треугольник. И он очень был бы рад, если бы вы в этот треугольник вошли без лишних вопросов. Но я вижу, что здесь конкретно идет некий момент, когда какой-то чистоты, да, открытых отношений желает этот мужчина с вами. Если вы сейчас, да, находитесь в треугольнике с этим человеком, здесь очень большая возможность, что вы выйдете в открытые отношения, когда вы будете единственной для него. Очень-очень может быть. Многое зависит от вас, но я вижу, что этот человек, он готов действовать так, как желаете вы. Идти на какие-то поступки, потому что вы яркая, вы сексуальная, вы светите, вы маните, вы ему очень нужны. И вот эта ревность, она его прям подталкивает к действиям.
подталкивает ревность, что он может вас, знаете, упустить, упустить из своей жизни. И уже такой женщине он больше не встретит. Какая мысль не дает ему покоя? Вы знаете, этот человек очень много думает о вас. Очень много думает, и он размышляет о том, что он выйдет из этой ситуации, что все какие-то преграды, они уйдут, и вы будете счастливы рядом. Он очень много думает о вас, вспоминает какие-то моменты, какие-то ваши взгляды, как, вот какое-то ваше общение, да, вы прям у него из головы не выходите. И этот человек думает о серьезных отношениях. Думает о серьезных отношениях. Конечно, я вижу, что ситуация серьезная, и, возможно, потребуется некоторое время, дабы вот как-то эту ситуацию мирно, как-то без каких-то очень сильных эмоциональных всплесков решить. Но я вижу, что этот человек действительно желает этого. Желает. Вот такой вот у нас третий расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр. Счастья, радости, любви, смелых, благородных мужчин в вашу жизнь. Всего вам самого-самого лучшего. И до новых встреч!